Всем привет! Я Юля Андреева. Давайте узнаем, какая погода нас ждет во вторник, 23 июля. Вторник выдастся дождливым. В некоторых районах возможны даже грозы, зато будет тепло. От 21 до 23 градусов тепла по области. В Кирове во вторник будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20-21 градус тепла, ночью ожидается плюс 13, плюс 14. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Ветер подует с северо-западной со скоростью до 2 метров в секунду. Влажность воздуха 69%, магнитное поле спокойное. А в жилом комплексе «Знак» от группы компаний «Железно» хорошая погода любой день недели. Продолжительность светового дня во вторник составит 17 часов 12 минут. Луна убывает. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на вторник, 23 июля. Пока-пока. Дом нового поколения – это квартиры с террасами, дизайнерские подъезды, мобильный дворецкий, «Железно» на Ломоносова. Квартиры от 1 миллиона 255 тысяч рублей. Три пятерки, три восьмерки.